Итак, полицейский может оказаться подозреваемым в смертельном ДТП. В Омске следователи проводят проверку по факту аварии на объездной дороге в районном поселке Колосовка Омской области. Предварительно установлено, 37-летний участковый не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате дорожного происшествия от полученных травм в автомобиле полицейского скончался пассажир. Сам рулевой получил рассечение кожи головы. Остальные участники ДТП не пострадали. Было установлено, что трое знакомых, среди которых находился участковый уполномоченный МВД России по Колосовскому району, распивали в помещении жилого дома спиртное. После того, как спиртное закончилось, они решили, что необходимо съездить еще, докупить. Хозяин автомобиля отказался ехать за рулем. Доехали они до магазина, приобрели еще спиртного, направились кататься по улицам села Колосовка. В настоящее время он от дачи показаний отказывается. Участковый уполномоченный не отстранен от исполнения своих обязанностей. В день аварии старший участковый уполномоченный находился в очередном ежегодном отпуске. У водителя при проведении медицинского освидетельствования выявлено алкогольное опьянение. Полиция по факту ДТП проводит служебную проверку. По ее результатам мужчину уволят из органов внутренних дел за совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.